Ми вже побачили незліченну кількість претендентів на титул головного співака 2011 року. Впервые в этом городе люди встали. Спасибо большое. Конечно, да. Спасибо большое. Великолепно. Вы проходите дальше, да. Спасибо большое. Та наймасштабніша вокальна битва країни триває. Несамовитий вир емоцій захопить кожного. І раз! Где ж ти, принц мой? Сьюзі! Здрасте, больше, больше! Заслонишь! Да-да-да-да! Ну і що, і що, і що, і що? Блин, я виграю. Отлично, пойте. Замечательно. Поскакала, поскакала, поскакала. Соседу опорвал. Мал-мал-мал. Это хорошо. Зал взвился! Це X-Factor. Тут народжується легенда. Хто виключив музику, до речі? Зазвичай розморену лагідним південним сонцем Одесу сьогодні не впізнати. Здається, все місто гуде в передчутті головної співочої події осені. Одеса цілий рік чекала цього моменту. Кожен чекав на свій шанс втілити мрію у життя. І от нарешті головне вокальне шоу України тут. Може, сьогодні буде гаряче. Готові? Тоді 5, 4, 3, 2, 1. Чекай тут лише на появу людей, без яких це шоу неможливо уявити. Невтомні шукачі співочих талантів, судді X-Фактора. Сергій Соседов. Якщо Соседов сказав, це вже победа. Що-то терпир, восім дир, не знаєте, мене вже не візьмеш, що ти тут той. Жулка. Коли на тебе порвався лобнец, скажеш, да все класно, все здорово. Ты автоматом расслабляешься просто. Мне, как никому, хотелось бы вам дать шанс. Просто пока не за что. Серега. Он может в лоб высказать то, что он чувствует. Ни одного шанса нет, ни единого. Нет. Игорь Кондратюк. Он, наверное, видит сразу, есть в человеке талант или нет. Пойди подготовься еще на рік и прийди. И я впевнений, вот такая вот будет разница. Я вас ухну. Отже, учасники в холі завершують останні приготування. Глядачі на місцях. А в суддівській гримерці панує атмосфера справжнього свята. Все. Да, хорошо. Хто там? Браво, Примадонна! Ёлка, красота! С днём рождения! Примадонна! С днём рождения! Счастья, любви, успеха в учёбе! Ну ты так, ура! Видишь, как диво! Ура! Доброе постоянного утро. Нового года! Да! Цілий рік, Ялинка! При всіх подарунках і квітах треба працювати. Пішли, то пішли! Сьогодні тебе буде веселий день, до речі. Веселий? Да. Підтримати святковий настрій йолки і усіх присутніх у залі та покласти феєричний початок відбору обіцяє оцей енергійний хлопець. Мене звати Сергій Пінчук, я з міста Одеси, мені 21 рік. Я вмію готувати, стирати, любити жінки. Через небольшое вже кількість часу буду врачом-урологом. Вот. Буду лечить бедных мужчин и женщин, дарить радость в жизни.
Аби бути джерелом позитиву для оточуючих, не обов'язково чекати на закінчення медінституту, вирішив хлопець. Адже на сцені від талановитого лікаря не менше користі, ніж в операційній. Приїхав на X-Factor, щоб дати житті, і щоб люди потанцювали і почувствовали мою енергетику. От. Але й дочекавшись, коли сцена буде готовою для першого виступу, Сергій чкурнув за куліси. Мене звати Сергій, мені 21 рік. Поєш давно? Душою пою з самого дитинства, з рождення. Громко і непринужденно. Ну що ж, хорошо. Ти прийшов попробувати, чи як? Просто прийшов подарити людям хороше настроєння і самому оторваться в вихідний день. Ну давай, Пішли отривайся. Все, спасибо. Пожалуйста. Да-да. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. А как ваша фамилия, Сережа? Моя фамилия Пинчук. Расскажите нам, пожалуйста, о своем генеалогическом древе. Мое генеалогическое древо никак не связано с тем человеком, о котором вы могли бы подумать. А тут я смотрю, вы так вышли самоуверенно. Что вы будете петь? Я буду петь замечательную, зажигательную песню «Билли Троянды». Пой. Спасибо. Давай. Давайте всі разом гучно похлопаємо! Тепліше за вікном та люті морози. Заходжу ці двері, ніби у сад липневих квіток. Та хочу зігріти вас теплом, о білі троянди. Усіх на очах я губами торкався ваших пелюсток. Давайте разом! Білі троянди, незахищені шипи. Що зробив з вами сніг і морози, і лід вітрин голубих? Люди прикрасять своє свято вами лиш на кілька годин і залишають вас засихати на білі холодні віки. Час буде на англійській мові. White roses, white roses, unshaped and shipped. What did people with you in my roses, in льот вітрин голубих? People прикрасять своє celebration вами на кілька годин і залишають вас засихати на білі холодні віки. Сережа, я скажу за нас четверых. А скажи за всех вообще. Я скажу за всю Одессу. За всю Одессу, да, и за все 4000 зрителей, которые присутствуют сегодня в зале. А, Сережа, как вокалист вы полный ноль. И это чистая правда. Вот. Но вы замечательный артист, у вас есть X-Factor, и поэтому от нас вам 4 бессмысленных «да». Спасибо большое. Спасибо.
Я буду учиться. Спасибо. Все-таки, может, это тот самый Пинчук. Тогда мы все сделали правильно. Дружок, братишка. Молодец. А можешь я вас тоже поцелую? Давай, поцелуемся. Ну ты умничка, Сереж. Просто вот это оторвался по полной программе. Это, как говорят, в Одессе большой нежданчик. Да уж, куда нежданнее. Да, не ожидал, не ожидал, что Серега так. Серега очень, и мне очень что порадовало. Игорь Кондратюк машет уже хватит, а звукооператоры как-то не очень стремятся это делать. Как говорится, дал джазу, слава богу. Ну что, попробуем дальше? Попробуем. Свою задачу мінімум Сергій виконав. І людей потішив, і сам задоволеним лишився. Порвав. Я чуть штани не порвав. І поки Сергій влаштовував справжній феєрверк на сцені «Х-фактора», у холі вже котру хвилину дати раду своєму хвилюванню намагається Настя. Таку кількість спраглих до співу, кастинги та й взагалі вокальні шоу до сьогодні вона бачила лише по телевізору. Ну, через кастинг я ніколи не попадала. Понятно. Мені дуже подобається перший сезон, дуже подобався на «Х-факторі». І другий, ну, як би, от, вирішила спробувати свої сили. Ну, это была моя мечта вообще, чтобы выступать на сцене. Вже рік і 9 місяців Настя співає день у день. Ось тільки її репертуар дещо специфічний, а слухачів аж один. Донька Софійка. І що ж мама пела дочці? Дочки колибельні, я і до сих пор пою. Вона підпіває там ду-ду-ду, ду-ду-ду, що так ходить її по квартирі. Насті дуже хочеться, щоб вже за кілька хвилин у маленької Софійки з'явився великий привід пишатися своєю мамою. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вас зовут? Настя. Сколько вам лет? 27. І що ви будете петь? Я буду петь «Памяти Карузы». Серьезно? Давайте. Te voglio bene, sai.
Анастасия. Да. Вы нас удивили. Ну, сейчас подождите, пусть вам покричат люди. Анастасия, вам удалось нас удивить несколько раз, по крайней мере, меня. Выбором песни, ну правда, вот вышла девушка в футболке и в джинсах, в памяти Карузо. Подумала, ладно, давайте я послушаю. Интересно. И второй раз вы меня, конечно, ошарашили исполнением. Просто удивили, это не то слово. Мне очень понравилось. Спасибо. Это необычно, но... Я здесь охочусь за необычностями. Да, да. Спасибо. Спасибо. Мне здесь, а вы не артистка. Ви непоганий голос маєте, ну, навіть можна сказати, дуже непоганий. Ну, артистизму замало. Без артистизму, навіть з голосом робити в X-Factor'і, ну, можна хіба що там максимум в тренувальному таборі. Ну, я знаю, що у вас є дворічна дитина, навіщо мені відривати вас від вашої доньки? Скажу ні, щоб даремно не витрачали час. Я удивлена. Таких, тембрів рідкісних, надзвичайно мало. Тембр. Просто. Я вас ухну. Ні, ну, маю право сказати те, що сказав. Мне кажется, эта композиция как раз, Игорь, не требует какой-то чрезмерной аффектации в исполнении. Да, все правильно. Артистизм был в самой вокальной подаче. Ты понимаешь, что такое аффектация? Потому что соседов говорить всегда сложно, то, что можно сказать просто. В этой песне не нужно было выпендриваться. Я в памяти Карузо в джинсах бы не спеваю. Это что, каменщик, что ли, Карузо? Да нет, она пришла просто в чем была. И все. Здесь важен для нас не костюм артистки, а важно, как она преподнесла эту композицию. И мне больше ничего не надо, я говорю «да». Спасибо. Вирішальний голос у Серёги. Якщо буде три такти, йдеш далі. Якщо буде два такти, йдеш до тоці. По поводу артистизма полностью согласен с Игорем Васильевичем. Ты сама знаешь, что могло быть больше самоотдачи. По поводу этих вот восхвалений со стороны соседов в твой адрес, тоже я не соглашусь. Речитатив заплетался, спотыкался. Ты тоже об этом знаешь. В общем, мне кажется, что тут однозначно. Я должен сказать то, что сейчас скажу, как бы не было сложно. Идите со сцены, бегите со сцены. Бегите к своим друзьям, родственникам, хвастайтесь, потому что вы проходите. Спасибо. Ура! Настя повірити не може своєму щастю. Сталося саме так, як вона мріяла. Софочка, мама прийшла. Я вже не тільки зможу колибельні петь Соні вдома, а вона може мене дивитися по телевізору. Перший сезон X-Factor не залишив жодних сумнівів. Мрії здійснюються. Адже для 12 щасливчиків він став початком стрімкої кар'єри. Цього року охочих спробувати свої сили на сцені побільшало, адже тепер у кожного є свій приклад для наслідування. Іва Шапка була самий сильний, тому що якщо зараз брати в пресу, проще, о ньому більше всього пишуть.
Маша мне ближе всего. Я за нее очень болела и как бы и всегда проводила параллель между собой и ей, как бы я двигалась в проекте. Мне больше всего нравились Дети Капитана Гранта и Ірина Борисюк. Монатик и Сафаров. Хлопці молодці, дует прекрасный. За Вову Ткаченко. Он крутой, мне он нравится очень. Как вокалист, как исполнитель. Ну, мне кажется, у него есть чему поучиться. Золотова. Вроде бы, ну, девочка не такая же взрослая, но она добилась, то есть так же бы не была себе уверена, то есть, но тем не менее, она прошла, она добилась чего-то, так же я хочу. Дмитра, звичайно, вчителя історії з передмістя Одеси, податися в співаки спонукав ніхто інший, як переможець першого сезону нашого шоу. Начал пытаться повторять за ним ададжио. Начало получаться, начали меня как бы не сильно замечать, но ну, село, не сильно как бы там кто меня заметил. Все мои близкие, знакомые просто ошарашены моим новым амплуа, скажем так. Почувши, що другий сезон пройде під гаслом революційного, Дмитро вирішив, що це його шанс. Єдине, що зараз хвилює хлопця, це група підтримки, яка десь забарилася і ризикує прогавити його тріумфальний дебют. Здрасте. Давайте знайомитися. Мене звуть Дмитрій. Дуже приємно. Групи підтримки поки немає. Ну, весь жду. Хочу виступити, показати себе. Ну, скажи мені, давай тоді я поболею за тебе. Ти готов? Звісно. Собрался? Конечно, во все оружие. С мыслями? Во все оружие? Во все оружие. Тогда прошу. О, вот она. Вот она. Привет. На поезд опоздали девчонки. Ну все, давай, тогда ты уже знаешь, что девчонки болеют за тебя. Идите ко мне поближе. Вас где носила? А? Пробки на дорогу. Пробки на дорогу. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Скажи, будь ласка, навіщо ти прийшов на X-Factor? Було рвіння, було желання. Ми недавно відкрили для себе талант, узнали, що Діма поє. Тобто, подивившись на перемогу Кузнєцова, Льоша, тебе рвало на X-Factor. Діма, це правда, що ви можете нам проспівати пісню «Я люблю тебе до сліз»? Да, звісно, є така пісня. Співайте. Почему Дима не открывал этот талант до сих пор? Мы думаем, что он его держал именно для вашего шоу. Подними глаза, рождественское небо. Загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы у тебя до слез. Каждый вдох как первый раз. Без лжи красивый фраз. Лепестками белых роз я наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю.
Месяц репетиций, молодец. Для нас он умница. Такую композицию за месяц репетиций. Скажи, будь ласка, ты зараз где працюешь? Я как бы житель сельской местности, там работы достаточно. Так что я не успеваю еще где-то работать. Меня кормит земля, скажем так. А, тебя годует земля. Матинка. Ну, послухавши твою пісню і почувши твій розказ про, ну, твою розповідь про X-Factor перший сезон, у мене до тебе є лише одна претензія. Треба було вболівати за Марію Рак. Яка це взагалі необоснована претензія, Ігор? Слухай, люди наслухались Льошу Кузнєцова, диви, що вони витиряють на сцені. Боюсь, що не в этом дело. Ні, Дмитрий, ви просто... Так пели, будто бы вам очень надо 2 миллиона гривен. Нет. А мне кажется, самыми страшными для вас были первые секунды вашего выступления. А потом вы успокоились, взяли себя в руки и начали петь еще хуже. Соседа, у вас есть пару комплиментов? Мне кажется, это тот случай, когда... Это называется «Голосуй, не голосуй». Очень позитивно. Вердикт жюри. Главное, интеллигентно. Тут говорить не о чем совершенно. Да, возможно, увы, да. Увы и ах. Дима, нет, конечно. Тільки без образ. Хай тебе годує земля, а не канал СТБ. 4 дні. Спасибо большое. Поет лучше Кузнецова. Куда там у Лёхи? Я думаю, будут удивлены жюри, которые сегодня видели веселого, смешного парня, который сюда пришел и петь не умеет. Если я через пару лет где-то запою, думаю, все будут удивлены. А у Колі, нічого не помічаючи навкруги, старанно наводить красу Світлана. Сьогоднішній вихід на сцену X-Factor'а для звичайної продавчині ринку – особлива подія. Діло в тому, що на цьому шоу в журі сидить Серега. Він білорус, із Гомеля. А Гомель – це моя родина. І я вирішила сюди прийти і поучаствувати в цьому шоу. Світлана переконана, найкращий подарунок той, який зроблений власними руками. На кожному застілі жінка радує близьких власними піснями. На самом деле уже эти песни, мама их столько, что уже иногда даже не хочется слушать очередную песню. Світлана впевнена, на відміну від сім'ї, улюблений земляк вислухає її з радістю. А там, може, перепустку до наступного туру вручить. Как случилось в вашей жизни, что вы решились приехать на X-Factor? Я хочу спеть на большой сцене. Это ваша мечта? Да. Мне очень приятно, что ваша мечта сейчас осуществится. Да. Я тоже счастлива, очень волнуюсь, конечно. Пожалуйста, Светика. Доброго дня! Здравствуйте. Меня зовут Грибкова Светлана. Света, а це правда, що ви родом з Гомеля? Да. Ну, я вас вітаю, у вас земляк. Я знаю. У вас крутий земляк, до речі. Я знаю, я очень горжусь этим. Зараз я сподіваюся, що він також буде гордитися вами, після того, що він почує. Я очень надеюсь. Если вам во втором куплете что-то будет непонятно, то я думаю, что Серега вам переведет, потому что он будет звучать на белорусском языке. О, а пісня яка? Я не колдунья. О, вперше. Це вперше, давайте. Жизнь не суждено мне спеть еще для тебя. Эй, дай, 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 ра, ай, на, 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 эй, дай, 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 ра, ай, на, 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 на.
кажись я, дык возьму тады Кондратюка. Може, от яго пачую, да, буду песні пе табе опять. Ну, тепер нашоў на іх фактар, дык скажыся вы мне хорам, да. А вы до фінала я дашла. Браво! Света, ну, спасибі за настрій, спасибі за завзяття. Ви будете сміятися, але я все зрозумів. Серега насправді займається зі мною білоруською там в роздягальні, в гримерці. Це хорошо. Я майже... Ні, все було класно. Єдине, що хочу вам сказати, що дивіться, як вокаліст, ти не найкращий вокаліст. Для чого існують кастинги? Кастинги існують для того, щоб журі отримувало гарний настрій. Що ми зараз і зробили. А далі важка боротьба за 2 мільйони, розумієш? Конечно. І там задоволення мало. І я думаю, що з твоєю веселою вдачею тобі там робити нема чого. Ну і що? Серега, він, знаєш, Серега, він непохитний. Тому він скаже правду, не дивлячись на те, що ти з ним разом народилася в одному місті. Серега. Да, Світлана, мені дуже приємно, що ви моя землячка, що ви з Гомеля. І от, коли я зустрічаю таких людей, як ви, вдалі від родини, мені, як талантливому, неподкупному чоловіку, одразу становиться не одиноко. Звісно ж, проявила находчивость, проявила настойчивость где-то, упорство, достойное аплодисментов и какой-то похвалы. Но самодеятельность — это немного. Дайте шанс, дайте шанс. И поэтому, конечно, я присоединяюсь к мнению Кондратюка, это уже говорю вам нет. Ну ничего. Спасибо за то, что вы приготовили нам сюрприз, за то, что уважили Сережу. Я не могу вас дальше пропустить. Ничего страшного. Но вы нас наулыбали, это самое главное. Вы получили позитив, и мне это доставило удовольствие. А я хочу вот что сказать. Должны к нам приходить вот такие люди, как Светлана, петь песни от души. И пела она прекрасно. Это народный талант. Спасибо. И если к нам перестанут ходить эти люди, то грош цена будет нашему шоу. Светлана, спасибо вам за все, вам что спасибо. Вы сегодня спели и что и вы нам спасибо. Сказали. Я вас поддерживаю всецело и говорю вам «да». У вас три дни, але одне так ведь соседовало. Ничего страшного. Спасибо большое. Все, спасибо. Так было приятно. Вообще, позитив такой, это... О, аж за душу дергает. А она счастливый человек, в принципе, по жизни. Она счастливый человек. Ну, я вообще даже сказать... Ну, это непередаваемое. Одеський відбір готує сюрпризи чи не для кожного з четвірки «Х». Ігор Кондратюк ще не здогадується, що хлопець, який зараз з'явиться на сцені, стане для нього звісточкою з рідної землі. Мене звати Стас. Я приїхав із села Новокіївка, Херсонська область. О, помідор спілий. Помідор. Фірма. Хорош. Правда, не лови зараза. Аби на сцені «Х-фактору» не осоромитися перед гордістю усіх херсонців, Стас цілий рік напружено готувався. Підбирав репертуар. О, хорош. Продумував виступ, вчився співати. Я любив! Ой. Одна біда. З викладачами вокалу хлопцеві дуже не щастило. То ли мені попадалась якась симпатична дівчинка, ми не мали займатися, то ли мені попадалась якась... Женщина, с которой мне было как-то скучно рядом сидеть. То ли мне попадался просто парень, который младше меня, и я его всерьез не воспринимал. Я решил, что лучший способ научиться петь – это научить кого-то. Учнів серед рідних андеграунд-колективів Стасу не бракує.
Тож сьогодні хлопець сподівається, що його багата викладацька практика принесе свої плоди. Как настроение? Как настроение? Дела? Настроение отличное. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот музыка занимает всю жизнь вашу? Да, или, музыка или и жена. Или еще что-нибудь интересует? Музыка и жена. И жена? Конечно. А, ну, все-таки сказал, что жена еще тоже интересует, занимает. Ну, потому что музыка для того и существует, чтобы нам с женой было хорошо, как иначе. Боже, какая прелесть. Конечно. Это только для вас или поделитесь? Ну, я бы мог поделиться, главное, чтобы взяли. Ну, так давай поделись, пожалуйста. Любо! А что, нормально? Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте, Серега. Здравствуйте, Ёлка. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Стас, я к вам приехал из села Новокиевка, возле Каланчака. Та ты шо? Да. Я же відчуваю, що свої люди прийшли. А ким ви работаете, если не секрет? Я преподаю в основном начинающим андеграундным вокалистам, которые хотят научиться петь. А чем андеграундные вокалисты отличаются от обычных? Сцены, на которые выступают. Обычные выступают на большой сцене, а андеграундные на андеграундной. То есть вы только что перестали быть андеграундным вокалистом? Надеюсь. Что будем петь? Песня «Шо мозгу он» в переводе на украинский язык. Называется «Хай буде шоу». Ну що, колеги, все ясно. Ні, ну я повинен відкоментувати. Підожди, секундочку. Це мій земляк, що, якщо ти не зрозумів. Не пропустіть після короткої перерви. З чим до суддів завітає капітан міліції? Якщо у вас немає судимості, то не ваша заслуга, наша недоработка. Навіщо на сцену повертається переможець першого сезону? Яка пропозиція суддів приголомшить Стаса?
ти гідний, крім мене, представляти Каланчарський район на шоу «Х-фактор». Ви легко согласитесь? Ну, если оно того стоит, ну, что делать? Ви повинні це почути. З поверненням. Сьогодні головне співоче шоу України приймає Одеса. А на сцені на слово Ігора Кондратюка чекає 27-річний музикант Стас. Порадувати суддю хлопцеві вдалося ще до виступу. Я зовут Стас. Я к вам приїхав із села Новокиївка, возле Каланчака. Та ти що? Да. Я ж відчуваю, що свої люди прийшли. Та чи залишився Ігор таким же задоволеним після співу земляка? Ну що, колеги, все ясно. Ні, ну я повинен відкоментувати. Підожди секундочку, це мій земляк, що, якщо ти не зрозумів. Я чув, що новокиївські коти кричать не так, як каланчарські. Я не знаю, чому ти навчив там одеських андеграундних хлопців, но прикольно. Я вважаю, що ти гідний, крім мене, представляти Каланчарський район на шоу «Х-фактор». Я тобі кажу так. Дякую дуже. Спасибо. Вот это герой. Какой чудовий парень, гарний, фантастичний і голос, і все на світі. У меня шнурки развязались от твоей энергетики, что бывает в крайне редких случаях. Это вот как раз тот случай, когда Фредди не перевернулся в гробу. В момент, когда исполняли его нетленную песню. Я говорю тебе да. Спасибо. И скажи, пожалуйста, давно ты не стриг волосся? Ну, цікаво просто. Года два. Ну, нет, я просто кончики подрезаю периодически. А вообще... Метросексуал. Как сфотографировался на паспорт? 16 лет я стал отпускать. А его. Если что, легко будете прощаться с а что делать далее, да? Будем косички плести. Ну, если вдруг придется, вы легко согласитесь? Ну, если оно того стоит, ну, что делать? Оно того стоит, 2 миллиона. Ой, не знаю, не простит вам это андеграунд? Да. У вас 4 так, вы где-то дали. Друзья, дякую! Овеції зали і 4 беззаперечні так від суддів. Стасу є чим пишатися. Ну, крутой, крутой. Понимаете, это же ведь... Ну, я никогда на такой большой сцене не выступал. Для меня это... И мне сказали 4 «да». Блин. Понимаете? Ані новини про гарний настрій суддів, ані радість щасливих попередників, які почули сьогодні так, не додають впевненості ось цій стривоженій дівчині. Так страшно идти, честно говоря. Я не знаю, я так никогда в жизни не боялась. Я, наверное, когда на сцену выходила где-то в Европе играть на скрипке, я тоже так не боялась, как на «Х-факторе». Як ця дівчина грає на скрипці, чули тисячі поціновувачів класичної музики в усьому світі. А от як Маліка співає, лише кілька місяців тому першим почув її коханий чоловік Сашко. Ухожу на роботу, прихожу, вона поє, слухає щось.
какие-то такие моменты. А потом я ей говорил, что очень неплохо все получается. Она говорила, брось там, это все неправда, я пою для себя все, оставь мне, пожалуйста. И он, в принципе, заставил меня пойти на X-Factor. Причем заставил так, он мне сказал за день до кастингов. То есть, что мы идем на X-Factor. Я говорю, да, а с чем мы туда идем? Ты же что-то поешь, он говорит, дома? Я говорю, ну да, вот, вот и пой там то же самое. У меня были такие глаза, наверное, наполнены страхом и ужасом. Я думаю, боже мой, зачем я вообще ему показала, что я пою? Маліка і досі не може повірити, невже вона і справді послухалася чоловіка і зараз вперше заспіває не вдома, а на сцені. Скажи мені, будь ласка, ти чого волнуєшся? Ти ж музикант, у тебе ж сцена, ти ж неоднократно на ній бувала і, в общем-то, для тебе ж це, в общем-то... На скрипці, да. От з вокалом все-таки переживаю. Ну, у тебя блестяще получалось. Я знаю, что ты можешь. Постарайся, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Маліка. Маліка, а что вы так волнуетесь? Ну так, волнуюсь немножечко. Что вы будете нам петь? Буду петь Жасмин Суливан «Bust Your Windows». Волнуется? Много очень волнения, слишком много. Ну, не все так. Не все так суперово, як кричить публіка. Але я, звичайно ж, можу сказати так. Спасибо. Мне понравился тембр, понравилось то, что ты очень музыкально, то, что ты технично, сценично. Вот. Но всем этим ты абсолютно не пользуешься. То есть ты не двигалась, ты не осваивала сцену. Чувствовался мандраж, который от тебя исходит. То есть ты вместо того, чтобы войти в какой-то образ и посылать зрителям энергию, работать с залом, работать с публикой, работать со зрителем, вот, ты ушла в себя. То есть чувствовалась неуверенность. Это было видно. Видно что было, что за нами наблюдаешь, за нашими реакциями. Она пыталась справиться со своим волнением. Ты очень талантливая девушка, но для того, чтобы тебе претендовать на победу в нашем шоу, тебе нужно пахать, пахать, еще раз пахать. Я тебе говорю нет. Спасибо. Соседа Сергей Васильевич. Меня не смутило то, что девушка стояла на сцене просто,
она стоит, и это уже образ, уже картинка. Здесь ничто не выглядит вызывающе абсолютно. И поэтому мне не нужно было хождение по сцене. Вы осваивали сцену своим голосом. Голос очень красивый, сочный, и таких голосов у нас было очень мало. Одно это уже заслуживает высшей оценки. Я говорю только «да». Спасибо. Ёлка. Эта сцена очень многих пугает. И не ломает, но пугает до такой степени, что просто люди забывают, с чем они пришли, зачем они пришли. Но я бы не упускала такой голос. Может, я не осмелюсь его назвать уникальным, но такого я еще не слышала. По крайней мере, в Одессе. Я скажу вам «да». Спасибо большое. У тебя три такта пробуждали. Ну что, девочка моя? Страшно, конечно, вообще, когда туда выходишь. Это совсем не то, когда ты со скрипкой? Нет, нет, со скрипкой все намного проще. Маляка приголомшена таким результатом. Виявляється, її чоловік мав рацію. У неї є ікс-фактор. А тим часом розібратися, що, як і до чого відбувається на головному співочому шоу України, намагається ось цей колоритний дещо розгублений хлопець. Мене звати AY. Я 21 років. Я учу на медицинському в Одесі. Я гінеколог. Папа гінеколог, старший брат гінеколог. Це наш кров, сім'я. Приїхавши до України з Нігерії, Ейвай марив лише медициною. Аж поки не почав йому снитися один і той самий нав'язливий сон. Мені постійно такий сон. Ну, мечтати, як я пою, куди-то багато людей. Мені такий сон кожен, мабуть, кожен. Гуляючи зранку містом, Ейвей побачив шалений натовп і зрозумів, це ж саме те, що йому снилося стільки ночей поспіль. Недовго думаючи, хлопець зареєструвався, швидко прорепетирував і поспіхом попрямував за сцену. Дуже вже йому цікаво, чим цей сон закінчиться в реальності. Дуже приємно. Ви відкуди? Із Одеси. Ви з Одеси. Давно в Одесі? Почти 2 роки вже. А з ким приїхали? Хороший друг. Друг? Так. Да. Привіт! Як діла? Очень хорошо. Давай познайомимося. Тебе як зовут? Ейвай. Ну, як АУ по-русски. Ну, АУ? АУ. Ейвай. 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 Що ж за ім'я таке? Іван. О, Іван, да-да-да. Не волнуєшся? Ну, чуть-чуть, это нормально. Хорошо, мы тебя будем поддерживать, болеть за тебя, держать кулаки. Договорились? Да-да. Пожалуйста. Зал, как его дружелюбно встречает. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ейвай. Ейвай, ну как АУ по-русски. Я приехал из Одессы. Извините, мой русский чуть-чуть. Отличный плохо. Русский. Говори украинскую. А где вы учитесь? В Одессе. А на кого? Институт медицинский. Медицинский институт? Да. Медик? Да. Будущий? Да. What kind of medic? Гинеколог. Oh. Что вы нам будете петь? I believe I can fly. Давайте I believe I can fly. Ты знаешь эту песню? Да, конечно. Будем подпевать. Хорошо.
I used to think that I cannot go on. That life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting. Can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every now and then. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through an open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Спасибо. Я за дружбу народов. Поэтому да. Спасибо. 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 Надо заниматься вокалом, серьезно. То есть, как разовое выступление, это интересно, экзотично. Где-то даже забавно. Вот, но... Дальше ты не пройдешь, мне кажется, нет. Я бы все-таки дала шанс, чтобы посмотреть, пройдешь или не пройдешь. Спасибо. Я скажу да. Спасибо. Это было неплохо. Но не превосходно. Поэтому даже не знаю, что вам сказать. А вы как считаете, это было хорошо? Хорошо. Окей. Я скажу вам тогда да. Спасибо. У тебя 3 да, ты проходишь дальше. Спасибо. Спасибо. Нехорош. Слава Богу. Слава Богу. Більш за все зараз Ейвай хоче заснути. Аж раптом новий сон напророчить йому перемогу у другому революційному X-факторі. А у Хулі допомагає доньці зібратися до найголовнішого в житті виступу ось ця жіночка. Хто, як не мама, знає про таємну пристрасть Юлі. Вже майже 20 років день у день вона спостерігає, як її донька співає одну й ту саму пісню. Я посмотрела фільм під названням «Тілохранитель» і услышала пісню Уітні Х'юстон «I will always love you». Это было, когда мне исполнилось 8 лет. После этого я пела вместе с ней, старалась, там, как она, эти ее вибрации, голоса. Уитни Хьюстон, это моя учительница первая и единственная. Ну, надеюсь, 20 лет пения вместе с ней, может быть, как-то помогут. Расскажите мне, чем она занимается? Поет. А учится где-то или работает? Она закончила, помогает мне по работе. А где вы работаете? Продавец-консультант посуда, керамика, электротовары. Ой, как интересно, здорово.
Скажите, идея прийти на X-Factor, чья была? Я попросила, если честно. Какая вы молодец, здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Юля. Очень приятно, Юльчика. Очень приятно. Мне нравится, что вы в бодром настроении духа еще можете улыбаться. Да. И это значит, что должно все получиться. Все получится. Очень хорошо. Получите удовольствие сами. Это самое, наверное, важное. Потому что вот когда здесь все хорошо, тогда и людям есть что дать. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Як вас звати? Юля. Юля, що співаєте? Я буду петь «I will always love you». Давайте. Ще ніхто не співав в цьому сезоні. Я здивований. Мені подобається твій голос. Такого ще в Одесі я не чув. Від мене тверде так. Дуже сильне виступлення і мощний голос. Все дуже достойно. Я говорю «да». У вас есть какой-то стержень и абсолютное понимание песни. Я не знаю, как будет с остальными песнями, но тут вы просто попали в десятку. Говорю «да». Спасибо большое вам. Да, Юля. Зашла ваша звезда. Это ваш звездный час. Добро пожаловать на X-Factor. У вас 4 «да». Спасибо, я люблю вас! Моя хорошая, вы такая умничка.
она вийшла, да? Воспитання, як вона вийшла, як вона ушла. Юля повірити не може, що її домашні тренування принесли такий приголомшливий успіх на головній сцені країни. Таке тепло відчуваю внутрі. Зараз прямо вся загорю. Розбалувані приємними одеськими сюрпризами, судді менше за все були готові до того, що твориться на сцені зараз. Наш дует називається «Пара ненормальна». Давайте. Я милова, узнаю, да по походке. Это какая-то очень такая страшная группа. Белогривые лошадки. Что за чушь, милый? Ты переплутав двери. Глядя на вас, я понимаю, что некоторые добираются до нас с далеких планет. Ну, что там еще делать? Но здесь вам, конечно, делать нечего. Я кажу не... Я вас прошу, покиньте сцену, нет. Уйдите, нет. Белый снег. Кажу не... Идите звиться. Потерянный рай. Это потуги, вонаби. Хотел бы быть, но не являюсь. До свидания 4 раза. Кусочек второй песни. Категорично ні. До побачення. Зрештою, терпець урвався навіть у позитивно налаштованої Йолки. Мені показалось, или у вас гітара не строїла? Мало того, що на це смотреть невозможно, так ще й уши заложили. Стоп, що за ерунда у вас тут на X-Factor? Я так готовив фанерку, сам сочинял, писав, ну... Нет! Чи то одеситам хтось наврочив? Як довго триватиме ця чорна смуга, не знає ніхто. На місці наших суддів я б тепер Одесою без охорони не ходила. Та судячи з усього, ця четвірка не з лякливих. Чутки про те, що за дві години судді не пропустили до наступного туру жодного, призвели до справжньої паніки у холі. Бажаючих стати черговою жертвою суддівської розправи не залишилося. Налякані учасники сперечаються, передаючи чергу один одному. Сміливість вийти перед лютою четвіркою взяла на себе тільки оця жінка. Нічого не боятися вже давно її навчила робота. Здравствуйте, меня зовут Виола, мне 30 лет, я из города Одесса. Я капитан внутренней службы. У тому, що своє життя вона пов'яже з погонами, Виола не сумнівалася ніколи. Мне папа, когда узнал, куда я хочу поступать, говорит: Виола, я тебе даю целый сборник профессий. Выбирай. Я сидела долго, листала. Я говорю: папа выбрал. Говорит: кого? Я говорю: ну, есть две профессии, на которые я согласна. Понятное, первое – это милиция, а второе, говорит, я говорю, директор кладбища. Службі в органах Віола присвятила вже 10 років. Ця вперта жінка заслужила залізний авторитет в очах як співробітників, так і засуджених, з якими вона працює щодня. Але ж яка вона насправді, в глибині душі, цього не знає ніхто. Що би там не було на той роботі? Ну, помимо роботи, ще є друга життя. Совсем друга Віола, совсем от все по-другому. Ребенок. Ну, хочу, чтобы он видел меня разную, да? Не приходить ко мне и спрашивать: мама, где твой пистолет? А помимо того, что мама еще все-таки может совсем другой. Першими іншу Віолу побачать зараз судді X-Factor. Виолетта, здравствуйте. Проходи, пожалуйста. Никогда бы в жизни не сказала, что ты работаешь в милиции. Ну, я уже привыкла, наверное, это слышать. Наверное, потому что ты очень красивая, изящная, тонкая. Спасибо. И я не знаю, где угодно, хоть в балете, но только не в милиции. Добрый вечер. Добрый вечер. Як вас звати? Меня зовут Виола, я из города Одесса. Виола, а где вы працюете? Тут такая у вас дивная анкета. Я старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции. Тобто ви працюєте... Правоохранительные органы. В тюрьме? Тюремная служба, да. Я работаю с осужденными. Игорь.
Серега запропонував тост, щоб ми сиділи в журі, а не там, де ви працюєте. Ну, є на це поговорка, знаєте, як якщо у вас немає судимості, то не ваша заслуга, наша недоработка. Це шутка. Да, в нашій країні так шутити не треба, тому що... Особенно перед тим, як ми пошутили, оцінюю ваш вокал. Що будете петь? Катя Лель, я по тебе скучаю. Співай, будь ласка, я по тебе скучаю. Вообще, она жесткий человек? Да нет. Нет? Если осень в седых облаках, это я по тебе скучаю. Если и не в крутых берегах, это я по тебе скучаю. Если птица поет за окном, это я по тебе скучаю. Если ливень стучится в твой дом, это я по тебе скучаю. Расставаниям и потерям я не верю, я не верю. Я в любовь земную верю и в бессмертие души. Я таким тебя узнала, о тебе всю жизнь мечтала. И подругам всем сказала, что ты лучший из мужчин. Расставаниям и потерям я не верю, я не верю. Я в любовь земную верю и в бессмертие души. Я таким тебя узнала, о тебе всю жизнь мечтала. И подругам всем сказала, что ты лучший из мужчин. Расставаниям и потерям. Да. У вас є одна недоработка, я про неї скажу пізніше. Сарседов. Віола, голос у вас сильний, даже спасибо. Очень. Спасибо. Поете чисто, сочно, но много жескача в голосе. Вы заложница, наверное, уже своего дела, которому вот вы служите. Это мужская тяжелая работа, и вы, женщина, взвалили это на себя. И это чувствуется в вашем поведении на сцене, при пении. Это очень жестко. Вы поете по-мужски, как будто, понимаете? Очень странное ощущение. Вообще, я бы на вашем месте задумался немножко о своей жизни и просто... Вот... Я приму внимание. Да, да, да. О вашем состоянии внутреннем. Я говорю вам нет. Микрофон заберите. Заберите микрофон. Суперечка в журі набирає обертів. Що ж вони нарешті вирішать? Дивіться далі. Найнесподіваніший виступ революційного X-фактору. Експериментальний хор навіщо? На сцені судді та зірки першого сезону. Перша підозра у шахрайстві на наймасштабнішому вокальному шоу України. Ви смієтеся на мною? Це що, фонограма? Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Та який вирок чекає на збентежену Віолу? Якщо ти не буде в лагері в нашому, то це буде наша недоработка. Поки? Ні. Ви не можете це пропустити. Залишайтеся з нами.